Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы продолжаем знакомить вас с магазинами, в которых продается качественная одежда и домашний текстиль производства Турции. И сегодня мы пришли в один из таких магазинов, который расположен на пятничном рынке в самом центре Алании. Магазин мужской, женской и детской одежды El Çoğlu расположен буквально в нескольких метрах от автостанции в центре Алании, на которую вы можете приехать из всех близлежащих районов города. Контакты, социальные сети и ссылка на карту данного магазина находятся в описании к этому видео. Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин El Çoğlu. Меня зовут Полина. В нашем магазине есть мужская, женская, детская одежда, джинсы, футболки, куртки зимние, весенние, летние, спортивные костюмы, футболочки, свитерочки. У нас есть домашний текстиль, то есть постельное белье, полотенчики, халатики, скатерти. То есть все, что для дома надо, у нас все присутствует в этом магазине. Меня зовут Аселя. Мы приехали из Казахстана в Аланию. Отдыхаем здесь не первый год. И каждую нашу поездку мы совмещаем с хорошим шопингом, выгодным, потому что всегда очень хорошо отдохнуть и что-то полезное, выгодное приобрести. И очень рекомендую этот магазин всем туристам, чтобы они не тратили свое драгоценное время, которое можно потратить на отдыхе, покупаться, а приходили в этот магазин и находили очень хорошие вещи, хорошего качества, по выгодным ценам. Что мне нравится в этом магазине, так это фиксированная цена. Здесь меня покорила продавец-консультант Полина, она русскоговорящая, она помогает всем русскоговорящим туристам. Так что тратьте свое время разумно, отдых совмещайте с хорошим шопингом. На третьем этаже этого магазина представлен огромный ассортимент мужской одежды, начиная от футболок и заканчивая полноценными костюмами тройкой. Не забывайте о том, что здесь тысячи наименований и показать все невозможно, поэтому приходите, смотрите, выбирайте и носите красивую качественную одежду с удовольствием. Самое большое количество это у нас футболок. Здесь больше 2000 видов только футболок. Все они у нас как бы очень хорошего качества. Все у нас привозится со Стамбула. Все 100% хлопок. Синтетики нигде не присутствует. Одно могу лишь сказать, что синтетика будет присутствовать лишь только в футбольных костюмах. Футболочки у нас начинаются от 3 евро и выше. В магазине очень много цветов, очень разных футболочек, разных моделей. Сейчас на данный момент у нас самая лидирующая такая модель среди молодежи и мужчин. Вот эти модели. Цена $15. Качество выше вообще очень хорошее. 100% хлопочек. Такие футболочки поло. Очень красиво смотрятся, ровно садятся. То есть и размеры у нас все есть. Как начиная от маленьких, совсем от S-ок и заканчивая 8-9 X-ов. Самый большой размер у нас тоже присутствует. Есть размеры всех моделей, практически всех моделей до 9 X-ов. Свитеров у нас чуть меньше, но опять же тоже в большом количестве. Разных цветов, разных моделей. Все тоже, опять же, очень хорошего качества, тоже везде присутствует хлопок, 100% хлопок. Все прошито ниткой, не клеено, то есть видно, качество очень хорошее. На тело одеваешь, не кусается. Есть модельки, которые на молниях. Есть толстовочки без капюшона. Здесь начес очень хорошего качества, не такой вот, когда одеваешь, ты, вот, на тебе остаются следы. Здесь все фабричное, все везем мы со Стамбула. Есть футболки с длинным рукавом, без начеса, без ничего, тоже 100% хлопочек. Такая же есть и футболка с коротким рукавом, есть все с длинным. Цены начинаются от 8 евро и до 15 евро. Есть толстовочки именно с капюшоном, на зиму уже с хорошим тоже плитом, начес вот такой. Начинается цена у нас от 5 евро на толстовку. И самая дорогая толстовка это будет $22. На каждом товаре у нас стоит этикеточка. Верхняя цена это у нас евро, нижняя цена доллар. Если надо лира, у нас идет конвертация на компьютере. Сразу онлайн перевод. Поэтому как вам удобно. Расчет у нас можно даже в картах. Здесь у нас шорты, есть хлопковые, есть джинсовые. Разные, есть с карманами, есть без, есть удлиненные, есть короткие. Короткие, от 15 евро джинсы. Любая модель, любой цвет, любой размер. Джинсы у нас идут до 60 размера. Вот здесь вот такие стоят
15 евро, вот такая модель классика, не зауженная, весь ничего. Есть модели, которые вот самые дорогие джинсы, это 30 евро, это уже новые завозы. Которые... Есть классика штанишки, то есть если хотите есть и спортивные, точно так же есть и классические, разных цветов, разных размеров и разного качества. Также у нас есть мужские модели льняных штанов, тоже разных цветов. Здесь у нас уже костюмы спортивные, разных видов, разных моделей, разные. То есть есть и классические брючки, есть на резинке, есть с манжетами, то есть разные. Есть также у нас и зимние костюмы, тоже с начесом, толстовочка на молнии и штанишки. Такие костюмы у нас по 28 долларов. Да, и все костюмы здесь вот такого плана у нас идут до 3 иксов. Есть костюмы у нас и до 6 иксов, тоже теплые и трикотажные для мужчин в теле. Отдельно можно приобрести просто штанишки, не костюмом. Отдельно есть трико, как и летние, так и зимние, от 5 евро. Свитерочки трикотажные, очень хорошего качества, тоже легенькие есть, легкие есть, теплые есть, зимние. Однотонные, цветные, разные есть, офисные есть, повседневные, разных размеров. Опять же, вот такие модели у нас будут до 3 иксов. Но есть модели определенные, которые будут до 6 иксов. Не все, конечно, но определенные. У нас еще, кстати, есть очень хорошие распродажи мужских свитеров разных цветов, разных моделей. Лишь из-за того, что здесь модели в одном размере бывают. Можно подобрать очень-очень хорошие модели за 10 евро. Хороший трикотажный свитерочек. Тоже 100% хлопочек. Большой выбор мужских курток, как и зимних, так и ветровочек. Начинается цена у нас от 35 евро. Да, есть модели, которые вот по 25 евро, но это из-за того, что они остались в одном размере. Можно обалденную куртку и за 25 евро купить. Есть пуховики, есть натуральные наполнители, есть натуральным мехом. Цена вот таких курток будет стоить по 150 долларов. Вот такая модель, например, мужские уже будут по 50 евро модельчики. Есть с капюшоном, есть и без, есть классика, есть разных цветов, разных моделей. Куртки у нас, опять же, есть модель, которая вот до 7, 8, 9 иксов, но не все будут. В основном все куртки идут до 5 иксов. Если надо побольше, будут определенные модели больших размеров, но очень-очень большой ассортимент курток. В женском отделе у нас тоже очень хороший выбор, начиная от футболочек, заканчивая зимними куртками. Толстовочки тоже есть у нас и с капюшоном, и без. Все вышито, не клеено. Качество очень хорошее. Также есть начесик. Цена этой толстовочки 15 евро 17 долларов. То есть здесь толстовки начинаются у нас от 5 евро. И самые дорогие по 23 доллара. Модели без капюшона. Толстовочки тоже. Есть с начесом, есть без. Цена такой толстовочки будет тоже 15 евро 17 долларов. Также у нас присутствуют длинные платья с длинным рукавом. Есть вот такие, как сделано под накидку, а есть прямо отдельно вот платье и пиджачок, но длинного в пол и длинный рукав. И есть у нас 100% хлопок, или еще как у нас любят называть, льняные платья, но, к сожалению, белого цвета у нас нету. Всегда у нас присутствует только разноцветный цвет. 56 размера разных цветов. Шифоновые платьишки у нас тоже есть. Удлиненные платьишки с разрезами, тоже хлопочек. До 3 иксов. Вот такие модели у нас. Разных расцветок, разных моделей до 6 иксов. Цена таких платьишек 10 евро 11 долларов. Трикотажные хорошие свитерочки, они у нас присутствуют. И они есть вот такого очень хорошего качества. Очень мягкие, 100% хлопок. Однотонные, так и с камешками, со стразами. Цена вот таких свитерочков у нас начинается от 10 евро. Футболки больших размеров до 6 иксов.
со стразами, так и простые, обычные, однотонные футболочки всех размеров. Опять же, уточню, до 6 иксов. Они тоже все 100% хлопочек. Очень хорошего качества, очень хорошей работы сделаны вот такие пиджачки. Есть они так, как и со стразами, есть просто однотонные офисные. Как черные, так и синие, и белые, есть с пуговицами, есть без, есть приталенные слимфиты, есть прям вау. И цена пиджачков таких у нас вот 60 евро, 68 долларов. Есть женские приталенные ветровочки, есть бежевого цвета, черного цвета и синего. А также есть модели под хаки. Они все будут до 2 иксов. Цена вот такой модели 99 евро. Модельчики вот молодежных курток. Есть опять же стразики. Все вот такой очень хорошей работы, очень хорошее качество. Камешки эти не отлетают. Вот эти модели, они тоже либо вот в красном цвете, черном цвете, либо вот камуфляж. Здесь натуральный наполнитель, натуральный мех. 120 евро, 135 долларов. Они тоже разных цветов, разных моделей, как и серебряные, но все идут с натуральным мехом. Также у нас присутствуют модели уже и с натуральным пухом. Они разных цветов. Есть как и укороченные, так и удлиненные. Тоже везде натуральный мех. Все, капюшон отстегивается. Модели курток у нас очень-очень разные, поэтому опять же можно подобрать на любую фигуру, на любой вкус. Есть вот такой мех, есть удлиненный, есть укороченный. Здесь все кожаные вставочки. Хорошая вот красивая змеечка. Они будут разных цветов, разных, опять же, разных размеров, до 3 иксов. Вот такие модели у нас, которые с натуральным мехом. Тоже такая же цена, 120 евро, 135 долларов. Еще вот у нас есть жилеточки без рукавочки, так как и с капюшоном есть, которые отстегиваются, есть и без, просто есть без рукавочки. Они тоже разных цветов, размеров до 8 иксов. Стоят они 30 евро, 34 доллара. Разных расцветок и разных размеров. Поэтому смотрите, есть также с натуральным мехом. Тоже до 2 иксов. Куртки, которые опять же уже удлиненные, теплые, с натуральным мехом, есть с холофайбером, есть с натуральным пухом, есть прям пуховики. Цена таких курток будет около 180 долларов, именно вот этих моделей. Есть, конечно, и подешевле, они у нас есть и по 100 долларов, и есть и по 120 долларов. Все зависит, какая модель и какой мех. Раз в неделю у нас выставляется товар, который у нас на скидку, то есть здесь можно и ветровочку, и куртку можно приобрести за 20 евро, кофточки, либо какие-то вот остаются в одних размерах спортивные кофты, можно приобрести и за 10 евро. Здесь есть куртки как и зимние, так и осенние, которые тоже вот можно приобрести и за 20 евро, всего лишь из-за того, что они остаются в одних размерах. Водонепроницаемые ветровки, они не, воду не пропускают, ветер тоже не пропускают. Такая куртка стоит 55 долларов, но есть такие же куртки, но уже укорочены, не пальтишком. Они уже будут стоить 34 доллара. Здесь у нас спортивные костюмы и спортивные штаны. Можно и по отдельности приобрести. Начинаются от 5 евро штанишки и заканчиваются 15 евро. Теплые зимние, вот, которые это стоит 5 евро. 6 долларов. Не отличаются лишь только начесиком. Там они по мелкий начес, не такие теплые. Это уже прям теплые-теплые штаны. Эти будут стоить 15 евро. Цена спортивного костюма начинается от 10 евро. Теплые вот свитерочек и штанишки. Это стоит 23 доллара, то есть 20 евро. Цена теплого костюма. Также и трикотажные все модели у нас будет одна цена, все 23 доллара. Такие уже модели у нас начинаются от 50 евро и выше. Самый дорогой костюм будет 60 евро. Вот такого плана. Они будут у нас все до 3 иксов. Вот такие модели, как вот это. Они будут до 6 иксов. Джинсы больших размеров, до 60 размера. То есть джинсы все. И цена всех джинсов будет 23 доллара. На любую
девушку с любым весом мы подберем. Вот такие есть и летние, есть и зимние, и черные, и серые тоже. Все стречевые, все тянутся. Джинсовые юбочки разных размеров, разных моделей. Есть светлые, есть темные, есть удлиненные, есть уже как бы зимние даже. И здесь уже бриджи, шорты. Есть рваные, есть не рваные, есть классика, есть для женщин. Для женщин тоже есть большие размеры, до 60 размера. Комбинезоны очень модно сейчас. На данный момент цена вот таких комбинезончиков 30 евро. Вот обычная классика. Есть тоже длинные, есть короткие, укороченные. Цена таких курток 30 евро. Вот здесь модели присутствуют. Вот таких курточек. Цена у нас стоит на каждом товаре. Вот 5 евро стоит такая толстовка. Здесь у нас рубашечки, как и классические, так и спортивные, обычные. То есть можно любую модельку рассмотреть. Все они тоже 100% хлопочек. Цена такой рубашечки будет 10 евро. Есть вот такие футболочки тоже пола, как и мужские, так и женские. Все они разных цветов, до 2 XL. Цена такой футболочки 12 долларов. Вот такие уже начинаются у нас по 8 евро. Вообще футболки, начальная цена от 3 евро и выше. Домашние платьишки разных цветов до 6 иксов. Еще есть у нас ночнушечки, пижамки, как и с длинным рукавчиком, так и с короткими штанишками, шортиками, с бриджами. Есть ночнушечки. Все очень хорошего качества. Цена такой костюма, неважно, то ли пижама, либо ночнушка, либо шортики, маечка, все оно стоит 15 долларов. В детском отделе представлен также огромный выбор одежды для мальчиков и для девочек. Здесь есть и спортивные костюмы, и теплые зимние костюмы, и красивые платья, и зимние куртки, ветровки, толстовки. Также школьная одежда, костюмы тройки, рубашки. И, конечно же, различная демисезонная одежда, также для спорта. И здесь вы можете также для своего ребенка купить одежду на любой сезон. В общем, полностью обеспечить гардероб на осень, зиму, лето и весну. Костюмы троечки, штаники, жилеточка и пиджачок. Есть на школу, на выпускные, есть на садики. Как форма даже, костюмы вот эти будут по 50 долларов. Цена такой рубашки, как и однотонной, да, вот на школу. Цена такой рубашки 10 долларов. Они разных размеров. Здесь ростовочка идет до 176. Спортивные костюмы тоже всех размеров. От самого маленького до самого большого, то есть до 176. Костюмы начинаются от 10 евро. Есть они и на молнии, есть просто толстовочка и штанишки. Тоже здесь теплые. Цена вот такого костюма 23 доллара. Цена вот такого костюма, например, это 10 евро. То есть все будут разные. Трико по 5 евро. Отдельно штанишки ребенку можно подобрать. Здесь и на школу, есть и на повседневку. Все размеры есть. Куртки зимние у нас начинаются. Есть с натуральным наполнителем, есть с холофайбером, есть с натуральным мехом, есть без меха. Есть с синтепоном, есть с пухом, натуральный мех. Вот такие, цена такой куртки вот 45 долларов. Ветровочки на любой возраст, как от маленького, так и до большого. Цена вот такой ветровки 25 евро. Плащики для девочек водонепроницаемые, тоже разных цветов. Цена такого плаща 15 евро, 18 долларов. Ветровочки вот для наших мальчиков, тоже очень красивые, с начесом. Цена такой куртки 20 евро. И жилеточки есть девочкам и мальчикам, тоже от 5 евро и выше. Вот такие уже с натуральным мехом будут по 35 евро. Вот такая модель разных расцветочек и разной ростовочки. Демисезонные куртки, они все у нас по 10 евро. Все на любой возраст, разный размер, разный цвет, все у нас будет по 10 евро. Все выставленные модели всех размеров, все есть. Поэтому от 86
ростовочки до 176. Футболочки, опять же, тоже маленькие, от самых маленьких до самых больших, 100% хлопочек. Цена вот такой, конкретно футболочки, будут стоить $9. Толстовочки, которые без капюшона, опять же, с начесом, есть удлиненные, есть короткие. Цена вот такой, 15 евро. Спайдермены, всякие рисунки, всякие мультяшки, такие модели у нас тоже присутствуют. Цена вот такой будет 5 евро. Есть также наши любимые Маши и Медведи. Есть для мальчиков, есть вот эти тачки. Цена такой будет 5 евро. Сарафанчики джинсовые, цена такого 10 евро. Разных цветов есть, они темно-синие, есть голубенькие, есть синенькие. Тоже всех размеров есть вот такая модель. Все они по 10 евро. Штаны, джинсы, брюки, в школу, в садик. Разных ростовок, разных размеров, разных расцветочек. Всех цена будет 10 евро. Есть модель, которая по 5 евро костюмы. Это из-за того, что это 100% синтетика. И есть модель, которая по 10 евро. Это будет 100% хлопочек. Модели поло, футболок. Их часто, очень часто берут на школу, на садик. Всех размеров, всех расцветок. Качество обалденное. Вообще 100% хлопок. Везде, везде швы, все ниточки, все, все сделано очень качественно. Платьишки вот такого плана для наших девчонок есть разных, всякие вот с мультяшками, есть однотонные, есть для маленьких, есть для больших, есть спортивные, есть классические, есть даже вот бальные, нарядные, разных размеров, разной, можно сказать, ручной работы. Очень хорошая качественная вышивка. Вот такое платьишко будет стоить $35. Здесь у нас уже есть полотешки, есть постельное белье, халатики, скатерти, коврики, все-все-все есть. Постельное белье у нас начинается от $20 еврокомплекты, и выше полуторочки у нас от $15. Детские комплекты у нас уже от $10. Халаты у нас комплекты, большое полотенце и маленькое полотенце с халатом махровым будет за $35. Есть полотенце, которое есть за $10 три штуки, есть полотенце за $20 три штуки бамбуковое, и есть уже когда одно полотенце $10, то есть оно будет отличаться и обработкой, и качеством. Постельное белье есть и полуторки, и еврокомплекты, и семейные. Все-все-все, все размеры есть. Разных расцветок тач у нас тоже присутствует. То есть во всех. И перкалит, и эрикатон, и сатин, и сатин делюкс, и просто хлопок, и рамфорс. Есть у нас ферчес, это который итальянцы совместно с турками делают. Это очень хороший сатин делюкс, 300 нитей плетения. Модели Макс Стайла, Макс Катон, Лаура Белла, очень популярное постельное белье. Все самые последние, самые лидирующие марки турецкого постельного белья в нашем магазине все есть. Также и этих же марок будут и полотенца, и покрывала, и скатерти. В нашем магазине есть 2 года гарантии на весь наш товар каждому нашему покупателю. Поэтому я вас очень всех жду здесь. Приезжайте, покупайте, получайте большое удовольствие и от отдыха, и от шопинга. Мы здесь приобрели спортивные костюмы, как и теплые, более легкие для летней погоды, осенне-весенней, джинсы, рубашки, футболки, ветровки, жилеты, осенние, зимние куртки. И сравнивая цены, которые предоставлены в этом магазине, и с нашей страной, с ценами, мы сэкономили. Так что отдых удался, мы покупались и хорошо пошопились. На цокольном этаже также большой ассортимент мужских зимних курток. И здесь предоставлены, расположены товары, которые находятся сейчас на скидках, на распродаже. Начиная от 3 евро футболки для детей, женское, мужское, нижнее белье и различные скидочные товары. Поэтому, друзья, если вам необходима качественная одежда, если вы хотите приобрести одежду для всей семьи на любое время года, добро пожаловать в этот магазин. Ссылки на социальные сети, WhatsApp, на карту, все находятся в описании. Приходите, покупайте, носите с удовольствием красивые, качественные вещи производства Турции. Ну и, конечно же, обязательно приезжайте в Аланию, в Турцию,
и будьте здоровы. Я надеюсь, что вам понравился этот обзор. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию и в Турцию. Будьте здоровы. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Thank you.